Гнездо, прием. Полный провал. Мы укрылись в замке, но нас с Орленком разделили. Повтори. Тебя. Гнездо, связь прерывается. Меня слышно? Дороги. Том. Алло, тут. Черт. Связь накрылась. Тяжелый денек, незнакомец. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Привет. Нам все равно, рубины или рванина, разница лишь в цене. Спасибо. Что-что? Как нам удалось добыть все это? Лучше не спрашивай. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Не бойся, я могу и ремонт обеспечить, если что. Регулярный уход и забота. Без этого никак. Давай, держи, попробуй. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Это очень тонкая работа, чужак. Малым можно достичь многого, вот увидишь. Итак, чем я могу тебе помочь? Доброго пути. Это кошмар. Глория, 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 Гл
Вот тут и стой, Леон. Или мне пустить в ход это? Как ласково ты встречаешь после 6 лет разлуки, Ада. А ты не удивлен? Забавно. В следующий раз бери нож. Удобнее в ближнем бою. Что ж, не дурно. Стильный прием. На кого работаешь в этот раз? О, Леон. Я не болтушка, ты же знаешь. Брось ее. Ей так и так конец. А уйдешь сейчас, и кто знает, вдруг доживешь до следующей встречи, и она будет такой, как тебе хочется. Думаешь, я отступлюсь так просто? Ну да. Продолжим эту беседу в следующий раз. Вот уж кого не думал встретить.
Вот так вот. Ладно, пора искать Эшли. Супер. Пушки и игрушки рифмуют не зря, чужак. Привет. Что могу предложить? Спасибо. Друг, мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Это очень тонкая работа, чужак. Плевое дело. Забирай. Итак, чем я могу тебе помочь? Приходи в любое время. Она сказала, с нее хватит. И очень кстати. Знаешь ли, надоедает действовать в полсилы. Сыграем по-настоящему, по правилам Салазара. Меня ждут. Лови подарочек.
случайно. Все пруд и пруд. Дороги. Случайно.
Еще один. Ребят, вы создаете мне гигантскую проблему. Thank you.
Отлично. Путь открыт. Извини, но с меня хватит. Эшли, где ты? В тот момент я словно перестала быть собой. Я была кем-то еще. Эшли, это очень пугает, я знаю. Правда? Бояться — это нормально. Бежать нельзя. Надо идти вперед. Мы справимся. Вместе. А вдруг я не смогу? Сможешь. Но дай мне знать, если снова решишь меня убить. Леон. Спасибо.